14 февраля давно перестало быть праздником для парочек, став всеобщим днем нежности и романтики. Для дилерского центра Audi это повод в очередной раз признаться автовладельцам в чувствах. Накануне Дня всех влюбленных автомобильный салон наполнился сердцами, ароматом роз и шоколада. Словно сам Купидон заглянул на Чичерина 52. Для Audi, для нашего дилерского центра любовь, репутация, доверие – это самое важное, что есть. И поэтому в преддверии 14 февраля мы в пятницу решили заранее уже создать атмосферу любви, благодарности нашим клиентам. Именно поэтому сердца, поэтому ангелы, поэтому угощения. Мы сегодня делали специальное предложение, у нас даже есть очень хороших два контракта. Мы признались в любви, мы показали свою лояльность, а наши потенциальные клиенты стали счастливыми обладателями новых автомобилей Audi. На любовь своих поклонников Audi всегда отвечает заботой. Внутри автомобиля эта миссия возложена на ассистирующую систему. Система движения в пробке, которая позволяет двигаться максимально безопасно в городе, ассистенты перестроения, дополнительные функции Audi смартфон интерфейс, когда меню вашего мобильного телефона практически выводится на меню мультимедийной системы, что позволяет вам не отвлекаться на мобильный телефон и видеть основные данные мобильного телефона в мультимедии вашего автомобиля. И если у классика все счастливые семьи похожи друг на друга, то в Audi все счастливые клиенты уникальны, и автомобиль найдется под любой запрос, образ жизни, характер и темперамент. Клиенты увлекаются абсолютно разными вещами. Есть и спортивные версии автомобилей из линейки S и RS. Также у нас в салоне представлена машина Audi A4 Allroad, которую любят люди, кто увлекается активным отдыхом, горными лыжами. Автомобили-кроссоверы Audi Q7 и Audi Q8, которые, опять же, позволяют удовлетворить потребности клиентов, кто любит такую загородные поездки, трассовую езду, и обязательно активный отдых. Совершенство технологической мысли дополняет тепло человеческих сердец. Встречаем клиентов всегда с улыбкой, стоя, быстро реагируем. Даже если он просто зашел посетить салон, к нему подходит, естественно, продавец, который в зависимости от его желаний, потребностей предлагает различные услуги. И каждый человек уже для себя может выбрать тот автомобиль, который подходит именно ему, исходя из его потребностей, исходя из того, что ему нужно, из образа жизни. И если бы такого праздника не было, то его стоило бы придумать. Ведь это так здорово холодным февральским днем очутиться в атмосфере любви и романтики.